Вы наверняка все помните, как был найден Гоша. Он был найден парнем, который мимо просто проходил и услышал жалобный плач, скулёж собачки. А собачка была привязана под мостом. Гоша, старичок, он был передан волонтерам, которые в дальнейшем обратились за помощью к нам. В руки не дается кусачий кобель. Ну тоже его отдавали вот на стерилку. Просто деваться некуда, бедолага трясется. Маленький, килограмм 5 в нем, 6. Старенький. Где-то у меня есть фотка, он там в комнате сидел среди всего этого. Вот такие собаки. Вот Валя, смотри, мини-хаски. Килограмм 8 в ней, не больше. Собирали по частям. Она у нас стерилизована? Да. Стерилизована. Иди сюда. Ника, Никуль, выходи. Иди. Вот иди, такая. Иди, хочет быть она хаски. На трех лапах она у нас. Неудачная операция или что там. Вот такая. Ну, сколько в ней? Вот она. В ней килограмм, наверное, 8. Нет, не ходи на улицу. Вот такая вот собака. Ой, зайчка такая. Вот такая собака. Маленькая, ласковая, очень ласковая. Ну что ты злишься? Чего ты? Ну. Ну все, не злись. Не злись. Ну что такое? Ну что? Ну что такое? Что? Теперь обе собачки у нас на передержке. Гоша адаптируется, пытаемся кормить с рук, чтобы привыкал к человеку. Руфи. У нее была неудачная операция. Ждет обследование нашего врача. Белочка. Уже менее пуглива. Красавица Самара. Возили ее на обследование. Будем жить. Просто сынок. Это сынок сейчас. Ну, затемнение есть. Больше их не стало. Соответственно, меньше их тоже не станет, к сожалению. Но отрицательной динамики, по крайней мере. Это хорошо. Амурчик прошел витаминный комплекс, и смотрите, какие замечательные лапки, совсем ровненькие.
наши старички уже ленятся ходить гулять. Только в туалет выходят на улицу. И то не всегда успевают. Но они живы и будут жить столько, сколько им отведено. Друзья, всем животным нужна забота и еда. Пожалуйста, не проходите мимо, не пожалейте для них горсть корма.